76% жителей Верхневолжья уплатили имущественный налог. В ОФНС по Тверской области прошел брифинг, на котором подвели предварительные итоги сбора налогов. Подробности у нашего корреспондента. Новый год без долгов под таким названием проходила всероссийская акция по уплате налогов на транспорт, землю и имущество, а также на доходы физических лиц. За ее время гражданами уплачено более 300 миллионов рублей задолженности по имущественным налогам. Однако существуют и те, кто еще не уплатил сборы. Сейчас в их адрес направлены требования об уплате. Следующей мерой воздействия может стать арест имущества или ограничение выезда за границу. 28 тысяч граждан, это должники, имеющие сумму долга более 3000 рублей, уже получили требования об уплате долга. Арест имущества должника, конечно, является одной из самых жестких, но тем не менее эффективных мер. Приведу несколько примеров результативных арестов. В ноябре 2019 года после ареста грузового автомобиля должника незамедлительно поступило в бюджет 150 тысяч рублей. Существует две категории декларантов – те, кто обязан сдать декларацию о доходах, и те, кто хотят получить налоговый вычет. В налоговой отметили, что плательщикам из первой категории стоит поторопиться, на них срок распространяется до 30 апреля. Предоставить декларацию также должны граждане, которые получили доход от продажи имущества или его сдачи в аренду. А если гражданин получил доходы от сдачи имущества в аренду в 2019 году, если он получил в дар имущество, да, не от близкого родственника, близкие родственники – это мама, папа, родители, супруги, братья, сестры. И если гражданин оказывал платные услуги, то есть репетиторство, сиделка, няня, домработница и так далее, получил доход и не заплатил налог, то в этом случае необходимо до 30 апреля представить декларацию. Налогоплательщики, предоставляющие заявление на социальные и имущественные вычеты, вправе предоставить декларацию в любое время в течение года. В январе этого года уже более 5000 жителей Тверской области предоставили декларации на доходы физических лиц.